Друзья, это один из первых моих фильмов, как блогера о рыбалке. Был с другом, который мне помогал снимать. Рыбы не было уже сутки, а у нас закончились продукты, и мне пришлось уехать в магазин. Друга попросил заснять поклевку, мое отсутствие. Друг сам не рыбак. Заснял все, как я и просил. Когда я это увидел, отснятый материал, я был восхищен. Давайте посмотрим вместе, что у него из этого получилось, друзья. Вот так, друзья, нужно брать рыбу голыми руками, без подхватки. Ну что тут сказать, друзья? Молодец он у меня, оператор. Давайте за это поставим ему лайк. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Красава!